Астропрогноз на 17 января. Овен, сегодня ваши громкие высказывания могут быть восприняты в штыки. Говорите только то, в чем твердо уверены. Телец. День открывает богатые возможности для самореализации. Стоит только помнить, лучше пожертвовать малым. Близнецы. Особых неприятностей не ожидается, но и наполеоновские планы могут не осуществиться. Рак. Сегодняшний день для вас – время свершения на работе и хорошей прибыли. Лев. Не стесняйтесь обращаться за помощью. Ваша просьба вовсе не будет воспринята как проявление слабости. Дева. Вас бросает из крайности в крайность. Пора бы сделать свою жизнь более стабильной. Весы. Не теряйте оптимизма, но сегодня рабочая ситуация оставляет желать лучшего. Скорпион. Вас будут терзать сомнения, но в итоге вы преодолеете все страхи и выберете самый короткий путь к намеченной цели. Стрелец. Вам представится шанс исправить ошибки прошлого. Воспользуйтесь им. Козерог. Не спешите заключать важные соглашения. Непроверенные люди могут вас подставить. Водолей. Ваш успех будет зависеть от гармонии в взаимоотношениях с коллегами и партнерами. Рыбы, не стоит сегодня хитрить и лукавить, вас все равно выведут на чистую воду.